Я с куском нержавейки и сюда на лазерную гравировку. Сейчас будем делать номер для каркаса. Так, делаем первичку на каркас Юрьевича Гагарина. Мы тут проходимся второй раз. Вот так вот это будет выглядеть. Это номер каркаса в его тачку. Сегодня уже привариваем. Ну что, табличка готова. Сейчас будем ее вваривать на каркас. А вот уже табличка на месте, приварена. Дальнейший ход, отполируем ее, заклеим, и дальше будет грунтоваться и краситься каркас. Ну а сейчас надо снять генератор, отвезти его сразу на обслуживание, отдать его, чтобы его сделали полностью. Нужно, если щеточки поменяли, почистили, привели в порядок, чтобы был он полностью готов и ждал своей участи. Снимаем генератор, везем его на сервис. Делаешь, поставишь мне муфту еще на мой генератор? Там, я тебе уже скинул фотку, поставим еще на него, короче, обгонную муфту. Пацаны советуют на генератор 2GZ убрать шкив заводской. Так что сейчас пацаны мне отремонтируют генератор. Ну, не сегодня, но на днях, да, Димон? Конечно, мы для этого созданы. Ну, короче, любит он поговорить, но делает свое дело. Так, через дня рождения мы жарим шашлычок. День рождения. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Музыкальное сопровождение. Снова в понедельник. Короче, наготовили мы уже тут стол, накрыли. А уже без нас. Уже без нас тут начали. Нам пришлось ремонтировать там Вольву, но мы закончили. Ну, собственно. За Кирюху, за твои 28 лет. Годиков, да. Макс, а ты уже подарок сделал? Нет, не важно. А, давай. Подарок нету ж нигде нет. Нигде нету? Мы вот же нашли. Я Андрюху жду. Ну, давай, сделаем, Андрюха. Ну что там, снимаю тебя. Камеру там, скобочка. Давай, давай, давай. Горит. Дари подарок. Короче, то, что ты хотел, не было. Ну, получилось то, что получилось. Вот тебе подарок, день рождения от коллектива. Спасибо. Живи большом. Доставай, что... показывай. Ха, нихуя себе. А вот так. Нихуя себе. Нашел. Да. Показывай, 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 показывай. А у меня цвет. Все. Пошел, хотел. Отлично. Что, вот эту сторону зашили уже. Передний щит с салона закрыт, где каркас выходил. Зашили вот там желоб, чтобы вода не затекала. Сделали такой усилитель. Завтра еще Андрюха его зачистит, обработает. Типа такого усилителя получилось. Вот так это выглядит в салоне. Вода уже затекать не будет. Герметиком все отобьется и будет четко. Правую сторону завтра еще зашьем. Сегодня вырили номер каркаса. И на днях будем уже вставлять макет двигателя, примерять его, устанавливать, делать крепление, тогда резать морду и варить новую, собственно, под двигатель, под все уже крепления. Процесс продолжается. Будет все четко. Завтра еще правая сторона. И дальше уже будем приступать к тому, чтобы засовывать двигатель. Нам на днях вышли макет двигателя, засунем, установим, не будем резать туда уже морду и строить новую, собственно. Да, конечно, туман такой у нас в Одессе, серьезно сегодня, еле-еле видно.